Три варианта последнего упражнения в маховом комплексе. То есть для тех, кто еще не готов, можно выполнять первые три упражнения, как обычно полезно, 10, 9 и тому подобное до 1. Первые три упражнения. Четвертое можно менять. Напомним варианты. Первое движение был простой мах. Второе движение. Мах с подтягиванием. Третье. Заброс. Сброс. И четвертым было поднять, толкнуть. Вот здесь меняем четвертый вариант. Возможно, заброс сразу вверх. Либо более сложный вариант. Это заброс и сброс в сторону. То есть пробуйте разные варианты четвертым движением. Когда будете готовы, можете попробовать объединить их все. Но что стоит обратить внимание, особенно вот в этом полукруговом движении? Не пытайтесь компенсировать вес, отклоняя плечи назад. Рискуете получить травму поясницы. Поэтому удержите вес, не гонитесь. Чуть-чуть вот, чтобы сзади и сбоку было видно, как. Повернулись в одну сторону, толкнули. Пробуйте, ищите.